Всем салам алейкум, это я, такси Ашот. Вай, вы тут видите, уже снег пошел. Это значит, что я буду вам рассказывать о фенологическом изменении при переходе с осеннего на зимний период. У растений, кстати. Вай, вы посмотрите, какой за мной гигант стоит. Это сосна. Вай, ему и зимой, и летом, и осенью. Вообще пофиг на все абсолютно. Он вечно зеленый. Вай. Посмотрите на эти хвоинки прекрасные. Ай. Ай, зеленые прям как травушка-муравушка. Ай, а посмотрите-ка туда. Это береза. Ай, давайте-ка поближе подойдем, оператор дорогой. Ай, вот эта береза, она осенью. Листочки у нее желтые-желтые становятся, а зимой вообще опадают. Ну вы, короче, поняли меня. Ой, всем спасибо и до свидания.